Личный дневник, день 9. Эти 2 месяца работы открывают огромные возможности. Завершающая стадия, 6-дневный эксперимент, дала бы нашей армии все шансы улучшить антидот. Однако они не умеют ждать. Теперь проект закрыт. После 1 грандиозного провала. Но я знаю, что эта вакцина будет работать, и я приказываю отправить вещество лично фельдмаршалу Менге и завершить работу прямо на поле боя. Эта болезнь ужасна, мы должны остановить ее. Верховное командование, похоже, умывает руки, но что-то подсказывает мне, что они пожалеют о том, что задушили мой проект. Моя прежняя берлинская клиника, в конце концов, не так уж плоха. Снова служить в армии через столько лет, после того, как я учился вместе с лучшими, звучит, будто я поддался на дурную шутку. Теперь жизнь — это дисциплина. Я должен подчиняться приказам и отдавать честь тем, кто глупее меня, вместо того, чтобы тратить время на действительно важные вещи. И все же я должен признать, что чувствую необычайный подъем. Возможно, в каком-то смысле так и должно быть. Скоро в небе будет не протолкнуться! Нам нужно разнести на куски все аэропланы на аэродроме, пока они не слетели!
означает, что нам приходится уничтожать этих существ, а не изучать их. Они мертвы, и слава богу. А изучать лучше музыку, это безопаснее. Мне следовало бы выяснить, что они такое, и как их можно было бы использовать. Вы, наверное, один из этих свихнувшихся ученых? Я офицер и исследователь. Я ищу знаний для себя и победы для Паттерна. У меня было предчувствие, когда я вляпался в это дерьмо, что с вами я увязну в нем гораздо глубже. Хватит терять время, выписывая тут круги. Старика, без обид. А теперь, если вы не против, я сяду за штурвал. Должен же я доставить вас в крепость. Поменяться местами? И вы говорили, что я сумасшедший? Да ладно вам. В вашем возрасте пора уже сидеть на заднем сиденье и наслаждаться видами за бортом. Беритесь за гашетки, а я постараюсь вытащить нас из этого кошмара! Заклятие! Убивайте огненные шары!
Держитесь! Не думаю, что посадка будет мягкой!